Родители думали, наверное, что это все несерьезно. Говорили, что это для здоровья хорошо, а как-то не углублялись в мое увлечение, в мою любовь к футболу. Очень часто приносила какие-то трофеи, получала лучшего игрока, лучшего бомбардира турнира. Ну и как-то так, 16 лет уже. Первый мой чемпионат Кыргызстана за старшую команду. Забила победный гол. Этот матч прям запечатлился в моей памяти. Далее, конечно, выездные игры со сборной. Два филиала. Один вот, в 6-м микрорайоне, другой в Новопавловке. Планируем открыть, наверное, уже весной. Зимой это немного проблематично. В центре 3 тренера по несколько групп, около 80 детей. Я получила лицензии тренерские АФК. Сейчас тренирую индивидуально. Ну и просто руковожу тренерами школы. 90% это, конечно, мальчики. Те девочки, которые у меня, они все играют хорошо и даже лучше мальчиков. То есть мальчики относятся к ним с большим уважением, видят в них даже лидеров каких-то и расстраиваются, когда их нет в день матча. Моя школа платная. Я очень мечтаю о том, чтобы у меня все-таки появился свой стадион мини, где дети будут играть и не будут думать о том, что вот сейчас время закончится, придет там администратор и скажет, все, типа, нужно выходить. Не могла передвигаться самостоятельно. Первый мой врач, который меня лечил, он мне сразу сказал, все, с футболом завязываю. Диагнозы каждый раз менялись. Что болезнь у меня ассоциируется, знаете, с потерей мамы, потому что я потеряла маму вот в тот период, когда я болела. Этот этап был самый сложный в моей жизни, но я его переборола.